Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак. Сегодня поговорим о кликбанке и сравним традиционную схему заработка на кликбанке с так называемой схемой получения пассивного дохода, используя автоматические системы создания пассивного дохода. Об одной из таких систем я постараюсь вам сегодня относительно внятно рассказать. Окей. Давайте приступим. Значит, классический вариант работы с ClickBank, в принципе, вам известен. Вы открываете счет на ClickBank, собственно, изучаете, как этим всем пользоваться, и выбираете товар, вот эта схема, выбор товара. Например, вы выбрали вот этот товар. Дальше вы, собственно, получаете свою партнерскую ссылку, гоните туда трафик, да, и получаете какую-то комиссию. В большинстве случаев вы эту комиссию не получаете с первого раза, но вы получаете, по крайней мере, какое-то количество подписчиков, да? Окей. Подписчики. Ну и дальше все повторяется. То есть идет, собственно, выбор товара, да? Гонится трафик и так далее. То есть вы здесь постоянно зависите от того, что вам нужно покупать трафик и гнать этот трафик постоянно на свои ссылки. И в большинстве случаев, в принципе, человек несколько раз этот трафик покупает, и на этом все заканчивается, потому что нет системности. С другой стороны, как бы мы с вами не первые, кто этим всем занимается, и, скажем, в англоязычном интернете начали намного раньше, и уже придуманы системы, которые позволяют немножко больше шансов вам, да, иметь с этим бизнесом, да. Значит, как это все работает? Покажу вам вот на примере системы Global Profit System, окей? Значит, ссылка на регистрацию в этой системе будет в описании к этому видео, пожалуйста, регистрируйтесь, если будет желание. Итак, что это за система? Система состоит из, собственно, вот так она выглядит изнутри. То есть вы получаете доступ к вот такому пошаговому материалу, видеоинструкциям, которые рассказывают вам, что нужно сделать для того, чтобы потом, собственно, этим всем зарабатывать. В результате у вас будет следующее. То есть когда вы уже зарегистрируетесь, да, все там настроите, то у вас будет та же схема. Вы, в принципе, гоните трафик, то есть покупаете трафик и отправляете его на вот такую, например, страничку регистрации. Да. Человек регистрируется после того, как он зарегистрировался в этой системе. Ну, давайте я вам покажу, как бы, что происходит сразу же. Не знаю. Такое что-нибудь. То есть, что происходит? Как только человек вводит свои данные сюда, он автоматически попадает в ваш автоответчик, например, на тот же AWeber, и начинает получать серию писем. Эта серия писем у вас тоже как бы вам будет дана. Но он также сразу же переводится на страницу, уже внутри системы, на страницу регистрации в самой системе. После чего вот серия видеороликов, которые показывают ему, как пользоваться этой системой. То, собственно, то же самое, что проходите и вы, да? Но теперь давайте рассмотрим, в чем разница, чем это отличается от традиционной схемы работы с ClickBank, и почему это намного увеличивает ваши шансы заработка онлайн, окей? Внутри этой системы есть три системы пассивного дохода. Ну, все предприниматели, которые начинают заниматься онлайн-маркетингом, им в любом случае нужен какой-то свой блог начальный, нужен домен, нужен автоответчик и нужна какая-то система, которая позволит им создавать туннели продаж. То есть, собственно, вот это вот, то, что мы с чего мы тут начали, это туннели продаж, созданные на базе системы ClickFunnels, окей? Okay? Я тоже путаюсь. То есть вот эта первая страничка, это как раз sales funnel, так называемый, да, или воронка продаж по-русски. Я в основном в англоязычном интернете работаю, поэтому мне сложно с русскими терминами. Но у них это называется sales funnel, у нас это называется воронка продаж. То есть это серия таких вот, скажем так, страничек, которые работают на то, чтобы ваш подписчик, ваш клиент стал подписчиком, и потом, соответственно, вы шлете ему письма там и так далее по традиционной схеме, окей? Но
чем здесь разница? Сразу же, в чем здесь ваше преимущество? Преимущество в том, что когда вы регистрируетесь в этой системе, например, вы прорегистрировались по этим трем ссылкам, то есть вы купили домен, вы зарегистрировались во Вебере, здесь 14 дней триала во Вебере, 14 дней триала демо, да, на ClickFunnels, домен вы покупаете сразу же. То же самое будут делать ваши, как бы, клиенты, ваш трафик, который вы гоните сюда, это ваши клиенты, которые, попадая внутрь системы, будут регистрироваться по всем этим ссылкам. И их уже комиссия, которую, то есть внутри системы будут стоять ваши партнерские ссылки. Здесь показано, как это все меняется, например. И после того, как вы все это сделали, здесь буквально несколько видеороликов пошагово показывают, как создать свой блог, как купить домен, как подключиться к Авебору, как подключиться к ClickFunnels. Но вот эти ссылки уже будут вашими. То есть, когда человек регистрируется в этой системе, вы купили трафик, зарегистрировалось, например, купили там 100 кликов, 30 человек зашло в систему, пускай 10 тысяч человек из них прорегистрировалось, если хотя бы трое потом перейдут с триала на реальные аккаунты платные, да, то вы, соответственно, пожизненно будете получать с них пассивный доход. И в результате точно так же с этого трафика вы получаете этих людей к вам в Авебор, да, то есть в вашу систему, в ваш автоответчик, но, ну и, соответственно, вы получаете там серию писем, которая рекламирует эту систему, да, которая напоминает людям о том, что вот вы подписались, такая система там делает то-то и так далее. Серия писем. Но им же вы можете слать любые предложения. И вот сюда уже имеет смысл рассылать разные предложения, в том числе из Кликбанка. Это могут быть любые товары с Кликбанка и так далее. Да? Но разница в том, что в этом случае, если вы это делаете сразу же, вы получаете только подписчиков и ничего больше. В случае с этой системой Global Profit System вы получаете не только подписчиков, но и пассивный доход, причем значительный. Пассивный доход ежемесячно с одного подписчика на ClickFunnels будет составлять у вас минимум $38. Реально он доходит до 100 с одного человека. То есть 5 человек, например, прорегистрировались, вы получаете там от, я не знаю, $250 до $500 в месяц только с этого. И дальше, пожалуйста, шлите им предложение с Кликбанка, там, с Warrior Plus, Chivizu и так далее. Кто на что гораст дальше, да? Но эта система позволяет вам создать множественные источники, а именно 3 множественные источники пассивного дохода онлайн. Да? Вот это то, как работаю сейчас я. Таких систем у меня, конечно же, несколько. Эту систему я вам показываю как стартовую, с которой можно начать, потому что в ней удачно очень подобраны вот эти вот базовые товары, которые приносят пассивный доход, потому что домен по-любому человеку надо покупать, автоответчик ему по-любому понадобится, ClickFunnels, ну, если так поверить моему опыту, то рано или поздно человек любой, который занимается онлайн-маркетингом, серьезно, он будет пользоваться ClickFunnels. Поэтому это штука, которая создает и подписные страницы, и туннели продаж, воронки продаж, membership сайты, там куча всего. То есть есть неограниченное количество вариантов, что можно сделать вообще с ClickFunnels. Вот, поэтому как бы... Вот такая схема, я рекомендовал бы вам начинать с нее. Ссылка будет на регистрацию Global Profit System внутри, не внутри, а в описании к этому видео, окей? Дальше. Коль мы заговорили о Кликбанке, я прорекламирую свой курс. У меня есть курс небольшой, который рассказывает о том, как зарабатывать на Кликбанке, окей? Здесь есть пошаговые видеоролики, как видите, их немного, но они конкретные, то есть это о трафике, это о том, как вести свой блог, это о том, как работать с Фейсбуком, как получать бесплатный трафик с Фейсбука, как получать трафик, как работать с вашим подписным листом, ну и, собственно, алгоритм работы с Кликбанком. Сам Кликбанк очень простой, но, я повторяю, если вы будете делать это тупо напрямую товар, трафик, товар, комиссия, трафик, товар, комиссия, то вы просто будете работать на трафик, кому-то платить за трафик, да и все. Поэтому рекомендую все-таки использовать вот такие схемы. Окей? В принципе, все. Если вам реально интересен этот бизнес, выходите на связь по скайпу. Данные своего скайпа я дам тоже в описании к этому видео.
выходите на связь по скайпу, поговорим и так далее. Еще один момент, о котором я хотел бы сразу же сказать, что, ребят, если у вас какой бюджет нужен? Если у вас нету хотя бы $300 в месяц на то, чтобы вы стали раскручивать как бы вот этот вот свой потенциал заработка онлайн, лучше не начинайте, потому что, ну, вот эти варианты с бесплатным трафиком там и так далее, все это работает, но это занимает годы, годы и годы вашего времени, и в конечном итоге вы все равно придете к тому, что надо покупать трафик, надо покупать платные системы создания пассивного дохода, надо покупать, платить за ClickFunnels, за все это надо платить. Поэтому минимальный бюджет, который необходим для того, чтобы как бы начинать работу, это хотя бы $300 в месяц. Если вы хотите пройти обучение, скажем, этому серьезно, ну, у меня стартовый вот курс, сам вы можете купить курс по ClickBank, да, ClickBank от А до Я. Он вам будет стоить всего лишь $200. Я тут стараюсь сильно цены не завышать. Но, ребята, это самое начало. Всего лишь 200 UEM. По поводу реальной работы лучше, конечно, войти на коучинг. Но коучинг, ну, не дешевый, потому что это мое время. И оно стоит денег. По коучингу будем разговаривать отдельно после того, как вы пройдете обучение по ClickBank от А до Я. Вот такие вот дела. Все, я надеюсь, что это было полезно. Желаю вам всего хорошего.